Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест, как многие просили. Покажу вам, для чего новая чарка, где ее можно использовать. И мы как раз сегодня, у нас такой именно появился шанс в Запределье. Я показывал, что это просто писец. Вот если выставить там кучу героев, да, даже так поставим. У меня есть один Ронин. Почему я так поставил, сейчас вам покажу. Один Ронин, до которого реально не пробить. Так, немножко у нас, конечно, закрывает его жизнь. Ну, я думаю, он видно. То есть он, по сути, не так просто убивается, и по нему не так просто попасть. То есть он себя хилит. И, соответственно, я его убить, к сожалению, не могу. Для этого, в принципе, у нас появилась и новая чара, которая, с одной стороны, интересна, с другой стороны, не знаю. Это я не понял, что это мы так начали его шатать. Что-то пошло явно не так. Что-то, ребята, пошло не по плану, не знаю, что именно. Фиг его знает, что это было. Это, наверное, все, ребята, Мэри. Просто его ушатало своей отражалкой. Короче, все нормально. Этаж проходится, как видите, налегке. Поехали искать нужных нам героев. Я поставлю, всех расставлю. Что-то, короче, пошло не так. А что именно? А ну сейчас, подождите, я почитаю скилл еще нового героя. Да, вроде ничего такого. Может, уклон из-за того, что пари, хотя вряд ли мы там особо порезали уклон. Ну, фиг его знает, ладно. Что это такое? Это как? Айджи, что это за подстава? Посмотрите, как только я сделал нормальный видос, Айджи нас услышала, Ронин слился, начали добавлять нубопаки. Короче, IGG, походу, меня стрим-снайпят и следят за нами. Это просто жесть. Так, это все фигня, мне надо найти Ронина. Это все, конечно, круто, хорошо. Я хочу вам кое-что показать. Очень интересное. Ну, относительно интересное, думаю, для многих. Для многих неинтересная. Так, ищем. IGG, походу, вообще решили пофаниться, что ли. Все, ребята, бегайте все в Запределье. Все отлично, все good. Ага, конечно. Не, ну это что за приколы? Это что за пачки? Я что-то, я не знаю. Может, это какой-то прикол, но мы топовыми героями 6 героев не могли ушатать. Тут, блин, просто отрыв сейчас будет. Фиг его знает, что случилось. Явно что-то пошло не так. Ну да ладно, нам-то лучше. Если не пойдет, я вам покажу на другом варианте. В общем, что делает новый талант? Он как бы и блокирует, и накидывает там, я непонятно так написано, окаменение, не окаменение. Сейчас я найду, скажу вам точное описание. В общем, не молчанка это. Самое интересное, что это не молчанка. Отвергает кому вражеских героев, накидывает на них молчание. Но это так у нас перевели, а то, что написано на русском, то вообще как бы, ну, непонятно для меня, скажем так, до сих пор. Блин, с Ронином не получилось, но видите, с другой стороны, мы хоть без проблем пошли дальше, как-то, ну, очень странно, я перезашел, и он слился, я не знаю. Самое интересное, что перед этим я пробовал, бегал, он неубиваемый был, потом оно как-то зависло. Не знаю, может, что-то поменялось. То ли баг, то ли фиг его знает.
Так, сейчас, ребятушки, снаряжение. Вот, накидывает блокировку и удержание на 3, вражит блокировку и удержание. Вот это вот непонятно, если смотреть, где там. Наложить молчание. Молчание это молчание, ну а там удержание. В общем, непонятная какая-то фигня. Ладно, пофиг, поехали. Самое главное, что мы прорвались дальше, не все так плохо. Поехали дальше. Блин, нам... Да что это за пачки? Что это за приколы? Это я не знаю. Это первый, наверное, после обновы первый раз, что я вот такое вот вижу у себя на своей силе, на моем аккаунте. Такого раньше, ну, это просто... просто что-то нереально. Я не знаю, что случилось. Но вот это просто подарки какие-то, походу. Или что, или они смотрят, я не знаю, как это называть. А, ну тут вот уже начали мы сливаться. Но все равно это все фигня. А, к чему я вообще делал? Я вообще от этого отошел, честно говоря, немножко в шоке с того, что вот мы начали так проходить. А, к чему я делал этот видос? Я хотел вам показать, я поставил на двоих героев. Это у меня Зефир и Фрея. Я их специально в первую пачку и не добавил, чтобы потом вам показать, но, к сожалению, не получилось. Я хотел сделать именно так. Они игнорируют с новой чаркой иллюзорность. То же самое можно, в принципе, и Франку поставить. И когда он будет дамажить, он будет попадать по Ронину. Это мы сейчас с вами протестируем, я постараюсь показать. К сожалению, видите, не получилось то, что гадалось и хотелось. Давайте уже шатайте их. Ну, Фрея, давай. Добивай его. Ну, чуть-чуть. Жесть просто какая-то. Посмотрите на этого фобушку. Ну, я, честно говоря, в шоке. Я в шоке от того, что мы так далековато залезли. Непонятно чего и непонятно какие пачки. Это какой-то бредняк. Я не мог их убить, а тут я просто расшатал и прошел уже практически второй этаж. Так, ну понятно, этих мы просто так не убьем, нам придется... Не буду я смотреть вашу рекламу. Не будем мы вам давать бабло. Такс, есть, отлично, пачка наша есть, поехали. Сейчас их убьем, я надеюсь, мы найдем Ронина. Я на это очень надеюсь, и что наша Мэри сейчас не слетит, не убьется, не ушатается. И задамажит их нафиг. Ну это, конечно, честно говоря, для меня какой-то, ну, неждан. То, что мы только что этого Ронина просто разобрали налегке. Я ничего не менял вообще. Может, мне надо ставить 6 героев уже? Я не знаю. Но у меня до этого я проходил, и у меня герои на нем зависли. И как бы не было окончания боя вообще. То есть у меня бой и не закончен. И после этого я зашел... Я просто тестировал перед видео, хотел вам показать, и в итоге получается вот такая вот фигня. Я захожу, вы сами видели, что мы этого Ронина просто разобрали. Так, что у нас тут за Фрея такая? Даже Мэри не может ее нормально ушатать. Давайте уже дамажьте ее. Что-то пошло не так. Я не знаю, что это за фигня. Уже у нас другая проблема, ребята. У нас уже проблема не Ронин. У нас теперь проблема Фрея. Поехали перероливать созвездие чары по новой. Ну это реально что-то хрень какая-то. Миссы. С выживанием, что ли? Я по всему, да. Вроде и нет. Вроде дамажит, и все живы. Вот вам. Попробуй, называется, убей. И опять, обратите внимание, с питомцем, который на битву гильдии идет. С цепом. То есть все такие герои, которых реально сложно слить, вот в такой вот сборке. Я надеюсь, она там не подхилилась уже опять на фунт.
Потому что я как раз снял недомогание. Или уже подхилилось. Уже, походу, подхилилось. Не знаю, такое ощущение, что Мэри вообще не дамажит, если посмотреть. И по ней миссуют, причем конкретно миссуют. Может попробовать сейчас убрать кого-то. Сейчас барда, наверное, уберем. И попробуем поставить новую героиню, которая дает дамаг и уменьшает уклонение. Потому что там, я смотрю, миссы просто вылетают один за одним, я не знаю. Это нереальная какая-то жесть. Ну, в общем, как видите, то одно, то второе, то третье. Я вам еще хочу кое-что показать. Сейчас тоже покажу. Леса, короче. Убираем отсюда барда. Давайте попробуем вот так поставить. Беру. Вместо этого поставлю вот так. Вариант попробуем. Не прокатит, я потом уже буду отдельно разбираться с ней. Ну, в принципе, эти должны порезать, должны нормально. Мэри, наверное, нам надо было собрать все-таки на атакующий вариант. То есть надо было поставить нам пакт. Ну, я думаю, с лисом мы должны, в принципе, с лисичкой быстренько пройти. Как-никак она режет тоже. В общем, продают уже новую карту. Причем на немке уже ее продают. Если на АЭС Тайване можно ее получить относительно там за какие-то ресурсы, то на немке уже ее полным ходом продают. Шанс, конечно, 1 к 5. По-моему, 5 там героев, если я не ошибаюсь. И есть шанс ловить нового героя, есть шанс ловить какого-то из топового героя. Конечно, там дуэлянт есть, которого можно собрать без доната, и который не настолько актуален, как все остальные. Но это отличная тема, особенно в дни, когда есть накопление. Вот такая вот карта для того, кто делает новый аккаунт. Для тех, у кого уже есть, понятно, оно бессмысленно. Вот мне, например, бессмысленно покупать эту карту, тратить 100 баксов с каким-то шансом, непонятно каким, что там выпадет один из донатных героев, а мне нужен только один. То есть, ну, все прекрасно понимают. Так, все равно нам не хватает. Давайте, Мэри, сейчас мы сделаем на домах. Я пойду вам покажу. Карточку. Да давай, переворачивайся уже. Не хочет, видите? Все сделано для того, ну вот это просто жесть. Вот я люблю эти зависоны. Поехали на немку, пока зайдем. Я уже показывал, но я сам что-то не обратил внимания. Ребята начали писать. Я вам покажу. Вот она. Вот эта карта. Шанс 1 с 5, там хоть с этим, тут вы можете уже ее стабильно купить. То есть, соответственно, скоро эти герои опять же будут еще стоить намного дешевле. То есть, по сути, любой из героев стоит 100 баксов. Если там сейчас лисичку можно собрать на русском относительно недорого, на английском это 200-300 как минимум, в зависимости. А если можно за акции подловить, у кого есть ресурсы, мешки. Ну, в общем, можно кое-как ее собрать. Мэри точно так же стоит 20-30 уже. Барт тоже стоит фигню, то есть первых три они вообще копейки стоят. Выкидывать 100 баксов за вот это вот, ну, бессмысленно. Единственное то, что если кто-то есть фанат, даже больше отбитый, чем я, словить отсюда новую героиню, которая будет завтра стоить тоже сотку, уже продаваться чисто так, ну это да. Единственная надежда на то, что может быть в каком-то там 2100 году, когда будут закрывать Castle Classic, сделают для бездоната.
Вот такой вот вариант, было бы круто, если бы такие героев и добавили еще там кучу синей зелени, но хоть какой-то шанс был в этих картах, еще добавленные кучу других героев, давали без доната. Вот это вот реально было бы круто, чтобы был хоть какой-то шанс выловить. Хоть он и маленький, я больше чем уверен, что здесь дуэлянта шанс, наверное, 50, а то и 70, а то и 90% на выпадение, нежели у других. Но все равно было бы интересно для бездоната, если бы сюда именно добавили еще каких-то героев, обычных, гарнизонных, пофиг, другую карту создали и были эти герои. Это реально было бы круто, чтобы хоть кто-то с бездонатом мог вытащить это. Это было бы интересно, но, к сожалению, у нас все построено на донате. Вот, пожалуйста, вот вам, ловите новую карту за 100 баксов, уже продают. То есть, соответственно, через пару дней, там, возможно, и завтра она уже будет на других серваках, поэтому уже и бессмысленно, по сути, этих героев собирать, потому что можно этих героев получить на халяву. А еще плюс то, что по-любому тут добавят в остров, и мы с острова тоже пособираем новых этих богинь и прочее. Ну, то есть, шансы, что так, то есть, на сегодня битва замков уже заключается в том, что можно просто не донатить, а просто выжидать момент, когда оно все подешевеет. Соответственно, из-за этого они увидели, что у них доходы почему-то уменьшились, а мы все прекрасно знаем почему. Из-за того, что они делают, вот, соответственно, результат у нас появилась куча рекламы в игре. Ну, с одной стороны, это интересно, с другой стороны, понимаете, что это печально. О, наконец-то поменялось. Не прошло и полгода. Так-с, давайте вот так делаем. Я хочу найти Ронина. Мне вот интересен Ронин. Давай. Знаете, такое чувство, что Мэри вообще не попадает. Там герой вообще не проседает просто тупо. Хоть мы уже сюда и взяли нового героя, наконец-то там что-то попало. А мы сюда взяли уже и новую героиню, которая режет отхил раз на 3 секунды. Все равно. О, вот сейчас, видите, есть польза от нового героя тоже. 40%. Не, ну это просто какая-то сказка, ребят. Я не верю в это. Нет, это что-то. Я не знаю. Может, у всех так поменялось? Проверьте, перезайдите через пару часов. Но я не знаю, это реально круто. Что я могу сказать? Спасибо. Так, давайте еще сделайте такого вольта, которого нельзя слить. Смотрите, вольт живет дольше других. Нифига себе, вольт. И у меня. А, не слилась все-таки новая героиня слилась. Только хотел сказать, у меня никто не слился. Не, ну нормально, я считаю. Блин, мне надо. О, лис, нифига себе. Конечно, я буду на лиса нападать и на остальных. Фиг там. Хотя меня и на этих пачках могут слить налегке. В принципе, происходит. Ладно, не будем с этим разбираться, поехали, перезайдем, я вам покажу все-таки, для чего вообще я создавал этот видос, а то мы ушли далеко и совсем за другое начали разговаривать, показывать. По-моему, у меня там на этом на твинке есть Ронин стоит. Вот Фрея у меня есть, и Зефира сейчас поставим.
снимаю. На них стоит новая чара. Я не знаю, или получится сейчас вам показать. Я надеюсь, что получится. Потому что у меня было желание показать вам на неубиваемом Ронине, но, как оказалось, мы его слили каким-то образом, вообще просто непонятно. Непонятно как. Поехали на... Ну-ка. У меня на твинке есть Ронин, довольно-таки неплохой. Как вы знаете, Ронин уходит в инвиз. То же самое, в принципе, у нас и на атаке. А, так, где там наш Ронька? Вот он, наш Ронин. Вот такая вот сборка. Я сейчас единственную беру, поставлю ему ожог. Даже пусть будет плюс выживание. То есть стандартный набор. А, поехали на... Пойдем на... Так, давайте начнем с Зефира. Вот смотрите, Зефир получает отражалку. Ой, говорю, Зефир. Ронин. Обратите внимание на дамаг. То есть у нас проходит дополнительный дамаг. Максимум, что он может отражать от Зефира, там 18 с копейками, именно когда он в инвизе. Сейчас я уберу смотрителя. Так, серый, зеленый, серый, серый, зеленый, зеленый, отлично. То есть данный талант, очень, точнее чарка, не талант, очень круто будет заходить и на атаке фортов против неубиваемых ронинов. А против бардов я, конечно, не думаю, а вот против ронинов... Однозначно, посмотрите, вот отражалка у него идет, ну, он отхиливает ее, и дальше можно заметить, вот 19800, и вот 46000, то есть дамаг, который, вот посмотрите, какой дамаг прошел, дамаг, который наносится именно от чарки, вот он в инвизе, но когда зефир заряженный получается, он может дамажить дополнительно, ну, то есть он включается, то есть такая чарка подойдет на Фрэнка, на деф. В принципе, на Фрэнка можно и выловить будет, сейчас потестировать, посмотреть, будет ли он в инвизе попадать. Давайте на Фрейю посмотрим. Тут, конечно, выживание нам портачит немножко. Эта чарка реально классная, то, что она игнорирует иллюзорность. Поехали, сейчас попробуем поставить ее на Фрэнка. У меня как раз на Фрэнку, я не знаю, ли мы словим. Быстро ее. Хотя я две штуки вот наловил за 5 минут, правда, четверки. Сила, блин, чары тоже, вот коробки надо просто открывать каждый раз. Все как по заказу. И теперь мы ставим сюда Фрэнка. Потеряли Фрэнк. Пусть будет такой. Поставлю, будет пятерка. И ставим ему воодушевление для того, чтобы он включался. Ну,
Он у меня, конечно, еще и на точность собран, но то такое. Отхил, я думаю, не нужен. Давайте уберем отсюда автопрокеров. А то и лучше вообще всех убрать. Так, Зикуна, давайте поставим, чтобы не было. Поехали обратно. Так, Фрэнк есть, смотрим. Скилл работает только когда по герою, ну, то есть, атакуют. Вот смотрите, Винвист, ну, Фрэнк, в принципе, и так попадает. Но тут он будет просто все время попадать. Тут даже, знаете, для Фрэнка оно, наверное, не настолько нужно, потому что сама суть... Это я уже провтыкал, но Фрэнку оно тоже заходит, потому что он игнорирует иллюзорность. И если срабатывать будет, то будет срабатывать всегда, потому что зачастую у нас было так, что Фрэнк несколько там ударов делал, а потом он не видел цель, а тут он будет цель видеть всегда. Где там наши чарки? When attacked, то есть когда атакован, вот такой вот конфиг данной чары, то есть... В принципе, такой вариант против Ронина вообще идеальный будет. Даже, наверное, против тех героев, которые будут с маскировкой атаковать Синвиза. Я не знаю, но, возможно, скорее всего, именно так и будет. Именно для этого он и создан. Других вариантов я пока, ну, честно говоря, не знаю, не вижу. В общем, такие вот дела, ребят. Просили, показал. К сожалению, не получилось так, как хотелось показать. Еще кулдаун есть, видите? Ну, то есть он сливается, даже если, я думаю, мы сюда, если поставим... Он сливается очень быстро, очень легко. Если мы поставим сюда даже такой вариант. Думаю, этот вариант еще быстрее сольется. Это то же самое, что и лисичка против Ронина. То есть вы знаете, что лиса игнорирует, по сути. Ну, надо, опять же, надо точность. Инвиз, Ронины начали сливаться. То есть это многие заметили. HG это называет иллюзорность. Просто нафиг. Просто нафиг. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Не знаю, кто где что видел по таланту. Все, что по чарке, точнее, я вам показал, что смог. К сожалению, не получилось то, что хотелось показать. Но я думаю, в принципе, кто вытащил уже себе, те уже знают. А кто не вытащил, вытаскивайте и тестируйте, пробуйте. Если у вас есть проблемы с Ронинами в запределе. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.